Химках прошла традиционная встреча, приуроченная к годовщине снятия блокады Ленинграда. В этом году круглая дата – 75 лет. Сейчас в городском округе проживает больше 60 блокадников. Это те люди, которые находились в осажденном городе, и дети, родившиеся в это время. Членам общественной организации блокадников Ленинграда вручили благодарственные письма за совершенный ими подвиг и поздравили с Днем воинской славы. С 5-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады нашего уважаемого председателя общества блокадников Надежды Ивановны Туманова и вручить ей удостоверение и памятный знак. Надежда Ивановна, спасибо вам. Всем блокадникам предусмотрена денежная выплата в размере 10 тысяч рублей, от Московской области 3 тысячи, от Санкт-Петербурга 7. Получить ее можно в Химкинском управлении социальной защиты населения на Кирова 16/10. Всю информацию можно уточнить по телефону приемной 8 495 575 23 33.